Это отстойники, да? Это отстойники. Вот такие ярусы, смотрите, как ступеньки, выступы. Пласт за пластом, то есть все ниже и ниже спускаются. Чем-то интересуются и так далее. Всегда по душе такие люди. Но позвольте, прежде чем пригласить тебя вот в эту юрту, я не должен нарушить наших древних обычаев. Я должен попросить Всевышнего нашего Ульгения, значит, что? О, госпожа Ачига, приноси у моего мужа. Сам я увидел, значит, это Всевышний все, конечно, все видно. Дорогие друзья, огонь, ибо огонь это наша жизнь, да? С вашего позволения вы разрешите нам подкормить наш огонь? Разрешайте? Точно? О, госпожа Чига, ты создала это пламя. Так пусть языки твоего пламени согревают своим теплом всех людей на этой доброй земле. И, конечно, нос по полу держишься, понимаете? Сразу забрали женскую половину. Вот таким образом. Пойдемте дальше, потому что мы не успеем все просмотреть. Это определенная землянка, очередной жилище, которая дожила практически год до распада Советского Союза. Значит, последняя землянка мы сейчас еще не из-за того, что такую-то бедную жизнь, да нет, не за это. Они живут точно так же, как все россияне и так далее. Значит, это одно настроение. Проходите. Значит, это миновой дом. Если со временем посоревенный, я так перевести в супермаркет. Супермаркет того периода, да? Значит, товар все для лошадей, смотрите, да? Почему? Потому что в то время никаких этих не было. Не догадались, а вот видите, оказывается, тут не баня. Птичка, там зайчики вот бегают, значит, да? Ой, как... Горные ландшафты, во всех этих природно-климатических условиях кочевал когда-то наш народ. Мы, естественно, же покажем животный и растительный мир. Мы осторожно с медведями. Шипы-то не обнимайте, ниже. Когти длинные, понимаете? Это бобер, да. Два бобра там, один коричневый, это... Темный за каменным мостом за Уралом потянул первого прохода на эти необъятные сибирские просторы. А тут уже, это у нас мирный товар, обмен происходит. Кто-то китайскими шелками, кто-то сибирскими мехами, кто-то с не только ветераны, не только, значит, это чиновники и так далее, и тому подобное. Вот таким образом. Ну, только разных писателей, значит, я представляю. А вот здесь, вот смотрите, это школьный блок, пионерский галстук, закон юных пионеров. Между прочим, хорошая эта организация была построена. По воспитанию подрастающего поколения человека, значит, да? А 90-е годы просто-напросто его под корень сломили. Сегодня сейчас начинается, значит, по-новому, да? Поэтому с разных городов кузбасских можно тут увидеть, значит, это... Этот... Обнимал, помогать теперь мой момент, вроде бы, сестрички.